14 медалей привезли пловцы из Северо-Казахстанской области. Республиканский чемпионат длился 4 дня. Участвовали 22 команды со всех регионов страны. Как прошли соревнования и какие рекорды установлены? Узнаете далее. Плавание считается одним из самых полезных и приятных видов спорта, ведь в процессе задействованы все мышцы тела. Существует несколько видов. Например, кроль дает большую нагрузку на плечевой пояс. Именно в таком стиле плавания Яна Лукьянчикова установила рекорд соревнований на дистанции 100 метров. К слову, водным видом спорта девушка занимается уже 9,5 лет и за этот немалый период покорила не одну вершину. В будущем планирует выполнить мастера спорта. На ней я установила рекорд соревнований со временем минута 0,5 секунд, 9 миллисекунд. Я была очень рада, я была в шоке, если честно, что вообще установила рекорд соревнований. Была очень счастлива. Соревнования проходили в городе Шымкент с 28 мая по 1 июня. Участие приняли 22 команды со всех регионов страны. Северо-Казахстанскую область представили 11 человек, которые в общей сложности завоевали 14 медалей, 5 из которых золотые. В командном зачете земляки заняли 4 место. На дистанциях у нас отличились Беспалова Мария, она заняла у нас первое место на дистанции 100 брас, и вторая была на дистанции 50 брас и 200 брас. Клишин Михаил у нас был лидером на дистанции 50 кроль, 200 кроль, 400 и 100 кроль, он у нас был вторым. Вот. Чечен Егор занял у нас первое место на дистанции 200 баттерфляем. И отличилась у нас Лукьянчикова Яна, она была также первая на дистанциях 100 кроль, 50 кроль. Следующие соревнования начнутся уже в понедельник в городе Темиртау. Команда Северо-Казахстанской области продолжает активные тренировки и готовится к новым свершениям. Мадина Нуркина, Раимбек Бегужаев, служба новостей.